Жители Лагмазерской набережной привыкли к чистоте и порядку. У каждого на участке когда-то был индивидуальный контейнер для сбора мусора. Каждую среду мусор забирали сотрудники муниципального предприятия «Автоспецтранс». Однако с 1 мая все изменилось и далеко не к лучшему. В прошлом месяце все бачки собрали в один день прекрасный, увезли и все, ничего не объяснили. Сказали, что теперь мы должны на специализированной площадке выносить весь мусор. Путь до ближайшей специализированной площадки оказался неблизким. Теперь нам приходится идти неблизкий путь, чтобы вынести пакет с мусором. Специализированная площадка. Оборудована, видимо, чем-то. Ни ограждения, никакой площадки. Стоит на зеленой травке. Там я первая. Кому это выгодно было, когда все было хорошо, сделать вот так, что совершенно полное безобразие? Мы показали это видео председателю комитета ЖКХ Юлии Мизинковой. По ее словам, жалоб действительно много, особенно на компанию «Экоград». Однако городские власти за вывоз мусора больше не отвечают. Мы аккумулируем обращения и жалобы граждан через единую дежурно-диспетчерскую службу, и потом их передаем в региональному оператору и в Министерство строительства, да, как курирующий орган. По словам горожан, они не раз пытались дозвониться до оператора, однако трубку так никто и не взял.